И это же стихотворение на русском языке. Эпиграф: «Бог есть любовь, Бог есть свет». 1 Иоанна 4:8, 1:5. Свет любви. Собственно говоря, это стихотворение является философией богословия. Ведь причиной создания всего, Вселенной, Земли и человека на нем является любовь. Любовь, она хочет служить, она хочет иметь отношения и общение. Бог есть любовь, и Бог создает для этого Вселенную, Землю и нас. Причиной творения, еще раз повторяю, с точки зрения философии и богословия, есть любовь, и Бог есть любовь. Свет любви. Любовь создала нас, тебя, меня. Она создала все, весь мир любя. Дала обет: я свет в заботах дня, служить готова, не жалеть себя. Но я по жизни шел своим путем, забыв обет любви, сошел во тьму, в грязи душа. Но я омыт Христом, оставлю тьму и ложь, я свет приму. Христос есть свет, Он вечный чистый свет. Он свет небес, любви и красоты. Он чудный свет, в котором тени нет. Он свет мечты, прими его и ты.